пельмени – это очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Сперва готовим тонкое яичное тесто с добавлением сливочного масла. Лук сладких сортов для образования бульончика и перец. Совсем немного. Щедро выкладываем великолепный рубленый фарш. Много мяса, мало теста. Вот он, настоящий пельмень. А внутри много сочной начинки.